Беливеры, вы молодцы. Я так вам благодарен. Я так вам благодарен. Спасибо большое, друзья, что поверили в то, что мне наконец-то выпадет что-то не гарантами. Жесть. Ой, жесть. Так. Ну, вы поняли, что я делаю, да? Во-во-во, поспамьте Пепе. Поспамьте Пепе. Как он там? Пепега кредит. Идеальный смайлик на... На сейчас. Просто отличный смайлик. Так... так, а что мне? Мне смс-ка нужна, да? Угу. Я подтвердил платеж. Надеюсь, деньги у меня там были. Да вроде были. Оплата прошла успешно. Так, ну, роллы сяо, конечно, отдельным тоже видосиком надо будет на ютубчик. Что думаете, оружку или еще Диону чуть-чуть? Оружку или Диону? Сколько у меня Дивон? Оружие. Угу. Я тоже думаю, что оружку. Диона когда-нибудь выпадет и в классик баннере, и в любых других баннерах, правильно? Созвездие у меня сколько? Два открылось. То есть я до третьего дошел, ульта сильнее стала. Морозные коготочки увеличивают урон и поглощение щита на 15%. Окей. Стрим переименовать надо. Да, сейчас это сделаю, минутку. Так, ну, Диона, соответственно. По поводу Сяо, где он у нас? Где он у нас? Кстати, я что-то так сижу неудобно. Это после скилля осталось. Вот он у нас. Вот он наш Писяо. Красота. Ладно, потом прокачаем. Камни, ему нужны вот эти новые, да? Здесь не написано, да, вот они, незрелый нефрит, и бирюзу мы будем получать специально из... бирюзу мы будем алхимией получать, чтобы его прокачать. Потом еще классик роллы сегодня сделаем. Почему не прокачаешь? Да сейчас прокачаю все. Нефритовый коршун. Есть у нас какая-нибудь нефритовая гора или что-нибудь такое? Нужен кусок, где много нефрита. Вот здесь нефрит. Блин, главное, чтобы однорук не выпал. Хотя однорук на кацин зайдет. Как-никак. Вот эти штуки, они прям сделаны из нефрита, по-моему. Вот на них буду ролить. Все, вот здесь. Ну что, давайте. Однорук имба. Однорук вообще очень сильный. Он на самом деле, он зайдет абсолютно любому персонажу, даже Беннету. Я уже говорил сегодня об этом. Потому что высокий крит-шанс и маленькая база. Ну типа, понятное дело, что Беннету это всего лишь замена Камнетиоса в плане 44 базы. Но чтобы чаще критовать, чаще больше дамажить, это очень крутой однорук. А еще ХП увеличенное, которое Беннету что дает? Правильно. Прохил. Ну да, 44 атаки — это новый прецедент. Теперь у нас легендарки трех типов бывают. 44, 46 и 48. И, соответственно, это 45% крит шанса. 45%. Капец просто. Это просто жесть. Так, ну давайте так. Смотрите, у меня в баннере оружия сделано 6-8 роллов примерно. 7 роллов. 7 роллов. На корчине 48. На корчине столько и надо. Ставочки, да? Ставочки. Какую ставочку мы сделаем?
Какую ставочку мы хотим, чат? Говоришь, снял проклятие софт-гранта? Возможно. Давайте так, мы ворушку сделаем 30 роллов. Да. 30 роллов. Выпадет ли Лего за 30 роллов? Я повторяю прошлый опрос. Нет, я не хочу до гаранта ролить. Я не хочу до гаранта ролить, мне не так важно это копье. Я еще подумаю, ролить его до гаранта или нет. Я буду рандомить сейчас. Я буду рандомить, надеяться на рандом. Может быть, вы тоже. Я сделал ставку 30 роллов. Ставьте. Выпадет ли мне легендарка за 30 роллов в оружие? Меч-колокол. Нет, меч-колокол здесь вроде не может падать. Детали. Так, на 30 роллов мне нужно что? Получается 4800, да? Вообще не прям сильно горю желанием. На самом деле, если я выбью копье Фавония пару штук, это будет топово. Если я выбью хотя бы парочку копий Фавония, это будет очень хорошо. Двурук церемониальный тоже норм. Вот эти три пушки вообще не хочется ролить, к сожалению. Но я надеюсь на копье. Так на кого этот меч одевать? На кого угодно, кем ты хочешь криты наносить. Вообще на кого угодно. Ну тут да, тут быть беливером сложно, мне кажется. На 30 роллов всего лишь. Тут лучше ставить на гарантированное то, что не выпадет. Да. Ржавчина на тарталетку нахер не нужна. Нет. На тарталетку у меня есть бесструнный. Верим в твою удачу и в нашу. Как тебе новый путешественник, который... Дейнсов. Классный, интересный персонаж. Он не путешественник, он страж ветви. А что последней пушкой здесь было? Церемония, то есть у меня нет гаранта на этот... Ну, может Диона выпасть, может какая-нибудь вообще бить до... Ого, Игорь Езников, 250 тысяч. Ну, ща проверим мою удачу, поехали. Нет, эпики. Yes! Все, мне не нужен коршун, у меня есть Фавония четвертого пробуда... Нет, третьего пробуда. У меня есть копье Фавония третьего пробуда, зачем мне коршун? For fuck's sake. Идеально. И церемониальный двурук. То, что просил. А можно я перестану ролить этот баннер и отменю ставку, пожалуйста? Можно я больше не буду это ролить? Можно я заролю Диону? Чач. Мне это надо, а легендарка мне больше не нужна. Мне больше не нужен коршун, ну правда. Не нужен, ну чач. Ну ладно, ролим, конечно. Поехали дальше. И да какого хера? Что происходит? Что происходит? Откуда легендарка прилетела? А знаете что? Переезд в Питер принес мне удачу. Пойду я Яне поцелуйчики напишу. Сейчас, минуточку. Я забрал всю ее удачу. Я не знаю, что я хочу, однорук или копье. Да, наверное, все-таки однорук. И сейчас придет Лукамаса, представляете? Сейчас какое-то нет, небесное величие или волчья погибель. Я хочу волчью погибель. Я хочу волчью погибель или небесное величие. Пожалуйста. Сияющая звездочка.
Волчья погибель. Пожалуйста. Или меч сокола. Меч сокола хочу. Фу, блядь. За что? За что? Зачем оно мне? Ну, теперь у нас есть оружие на Тарталью. Теперь у нас есть оружие на Тарталью, да. На Венти поставишь. Какого Венти? У меня нет Венти. А давайте сейчас еще копье выпадет. Там два ролла где-то осталось. Еще копье. Или... меч. Или... ну не этот меч. Ну не этот. Два эпика и... легендарная... легендарный лук. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Я могу это на Тарталью поставить. Я могу это на... фишлю поставить. Но я же не просто так ролил бесструнник. Ну за... ну ладно, чат. Ну ладно. Выпало! Поздравляю беливеров! Беливеры получают 2,5 миллиона баллов, распределенные между 23% игроков, ну, людей, которые ставили на выпадение легендарки. Поздравляю. Ну все, я не хочу больше этот баннер ролить. У меня на Сяо есть копье Фавония. У меня на Сяо есть копье Фавония третьего пробуда. И, или пика полумесяца третьего пробуда. Но скорее всего Фавоний. Скорее всего Фавоний. Идеальное копье на него будет. Третьего рефайна. Фу. Диону. Го Диону 10 раз рольнем. Го рольнем Диону. Давайте не будем ставки. Все, хватит. Сегодня было очень много ставок. Многие выиграли, многие проиграли. Поднимаю этот бокал за тех, кто... кому повезло. И поднимаю бокал за тех, кому не повезло. F. Одновременно. Давайте Дионку попробуем выролить еще. Еще такая легендарка еще. Опа! О, блядь. Какого? Зачем? Зачем? Да не нужен мне первый... не нужно мне первое созвездие. У меня копье Фавония есть. Да какого хрена? Ну зачем? Ну так что? Баф от Тофу не пропал, да? Походу баф от Тофу не закончился еще. Чат, ролить легендарки надо в Питере, оказывается. Давай теперь Мону. Давайте так, давайте Мону. Нет. Мне нужен стопроцентный. Мне нужен стопроцентный шанс на следующую легендарку, а именно на Хутао. Давай Мону. Давай прям сейчас вот Мону. Или ЦЦИ, С1. Я ЦЦИ, С1. Пожалуйста, ЦЦИ, С1. С1, ЦЦИ. Не. Ну ладно. Да, это еще 50%, да. Но я бы был рад здесь любой легендарке, не Сяо. Я был бы рад любой леге. Наоборот, я бы хотел 100% гарант на, перенести на следующий. Ну чё, чат, вот помните, запомните. Вернее, помните, что я говорил раньше. Любой аккаунт может стать удачливым. Вот когда люди делали вот эти вот реролы в начале игры и теряли время на прокачку своих основных аккаунтов и так далее, любые аккаунты могут стать вот такими удачливыми. Потому что мне не везло, не везло, не везло. У меня единственное, с чем мне повезло, это клип на 54-м роле. Потом мне чуть-чуть повезло с луком Амоса на 54-м, там, или 46-й какой-то ролл.
да. И мне чуть-чуть везло 50 на 50 выигрывать Альбеда и этот. А сейчас мы выбили Хоба Кэтсин, которая нам не нужна, в принципе. Ну, пускай Кэтсин — это три классических ролла. И вот это! Что это вообще такое? Зедмастер, спасибо тебе огромное за донатище. Я думаю, если бы не ваши донаты, Облумич, Зед, Падре Маэстро, Соул Итер, очень большие донатики сегодня. Спасибо вам огромное. Без ваших донатов я бы, скорее всего, не стал ролить. Я бы, скорее всего, не стал ролить, потому что, ну, все, я, типа, выбил Сяо, и мне хватило. Ну, за первые, там, 10 роллов вот эти вот. Охренеть. Охренеть. Да, да. Ну, что ж. Удачи, Сяо. Поехали. Первое созвездие. Сейчас будем его качать. Давайте я название стрима поменяю.